премиум и цена премиума. Итак, премиум. Открываем инвентарь, выбираем плюсик вверху справа, где написано VIP, нажимаем сюда. Итак, что у нас дает премиум? Стоимость продажи рыбы плюс 25%, время ожидания нового задания минус 50%. Это связано с самими заданиями. Соответственно, об этом я расскажу в видео про задания, так сказать, в гайде. Опыт, получаемый за поимку рыбы, то бишь за вылов рыбы, плюс еще 50%. Не путайте со 100% плюс 50%. Опыт, получаемый за выполнение задания, плюс 25%. И теперь цены. Смотрим. У нас здесь пока закрыто. Смотрим. Значит, VIP, да, премиум у нас на один день получается 50 центов. Это у нас получается где-то, ну, грубо говоря, 30 рублей. Вот. Соответственно, на 30 дней и на 7 дней оно будет в разы дешевле, ежели вы будете покупать каждый день по одному дню. Лучше взять все-таки там на месяц, либо на 7 дней на неделю. Оно будет намного-намного дешевле. Вы можете даже это дело сами подсчитать. На этом все.